Жанна, вы тренер неформального образования. Расскажите, пожалуйста, что такое? Ответ у меня также будет неформальный. Обычно люди, которые проводят тренинги, различные семинары, это из сферы бизнеса, это прокачка мягких навыков, soft skills, так называемые, да. И они часто пишут у себя в резюме, там, подписывают, да, бизнес-тренер. Я человек не из бизнеса совершенно, я общественник уже больше 20 лет, работаю в общественной сфере, с некоммерческим сектором больше. Последнее время начала работать с бизнесом, но приставку «бизнес» к тренеру я не представляю. И мне, ну, мне нравится, я так чувствую, что я именно тренер неформального образования. Неформальное, не буду говорить сейчас определениями, да, для меня лично это когда мы вместе с участниками создаем продукт. Это не лекция, это не передача там, только моего опыта. Это мы через общий опыт, через мой, через личный опыт каждого участника создаем некий продукт. Это зависит от тематики семинара или тренинга. Что конкретно вы преподаете, раз вы говорите, что вы к бизнесу никакого отношения не имеете, но все-таки тренер, значит, вы чему-то учите? Чему? Моя, так скажем, специфика, да, спецификация, и к формальному образованию немножко перейдем, это межнациональные отношения, я специалист по этнокультурному образованию в том числе, это общественная деятельность, развитие НКО, структура организации, некоммерческая организация. НКО – это некоммерческая организация. Это построение команд, работа с лидерами, работа с сообществами. Вот как развивать на местах, что делать, для чего. И в том числе, и, как говорится, не только на некоммерческой основе, да, но в том числе, как это можно делать и за привлечение каких-то финансов и ресурсов. Также я занимаюсь социальным проектированием. Меня часто приглашают вот как раз-таки, как получить гранты, как получить деньги на поддержку своей идеи, своего проекта. Вы приехали, получается, с обучением на форум «Российский Север 2023». Он ориентирован на молодежь именно коренных малочисленных народов Севера. Вот скажите, вот эта программа, она отличается? Да, молодежь коренных малочисленных, конечно же, отличается. И, ну, у меня есть опыт работы с казаками, есть опыт работы с российскими немцами. А несмотря на то, что я казашка, маленький опыт работы с казахами, но он тоже есть. Но вот коренные малочисленные... Ну, приведу такой простой пример. Альберт Акатетта, он находится здесь, он тоже в экспертах на секции «Сохраняя языки». Он перевел песню «Don't worry, be happy» на ненецкий язык. Знаете, какая проблема у него возникла? В ненецком языке нету слова «не волнуйся». И у них нету слова «счастье». Вот чтобы понять специфику, совсем специфику коренных малочисленных народов, нужно понимать, у них в культуре и даже в языке, да? А синонимы? Мне просто теперь покоя это не дает. У них даже вот в языке, так скажем, миссия и ценности народов коренных малочисленных, если они живут, они уже счастливы. Слово «счастье» не нужно. Исходя из этого, не нужно зачем волноваться. Ну, то есть вот единственная проблема при переводе этой песни возникла с этим. Потому что у них нет... Вот, наверное, вот это передает, для меня это такой показательный случай, вот это как раз передает вот эту душевность, да, коренных малочисленных. Их... отношение к природе, к жизни, в принципе, оно другое. И поэтому, конечно же, нельзя мерить каждую целевую группу, с которой работаешь, ну, под одну гребенку, да, потому что это совсем другое, это про другое. Тренды, экология, здоровый образ жизни и все остальное. Ребятам это не нужно. А что им нужно в таком случае? Они так и живут, они просто так живут. Что нужно? Сейчас как раз у нас идет работа над формированием проблем, вот эти барьеры, они прописывают эти барьеры, которые есть на пути. Ну, что к ним относится? Про инфраструктуру, про вот межпоколенческие связи, про возможности, которые есть. Потому что, ну, у коренных малочисленных на уровне законодательства есть еще, ну, как бы много вещей, которые, ну, просто там для других национальностей они не представлены, например, да. Возможности взаимодействия с международным сообществом тоже очень сильные у коренных малочисленных. То есть, да, они представляют свои народы в международных организациях, причем это происходит, ну вот не по вертикали власти, да, а то есть они сами могут снизу подать и этим лифт заниматься. Лифт такой, да, происходит? Да, да, вот как раз-таки навигатор карьерных и социальных возможностей мы хотим сделать результатом нашей секции. Вот этот вот навигатор, по которому ребята, не знаю, посмотрели, я хочу развиваться вот здесь, куда мне идти, сюда, сюда или сюда. Мы хотим сейчас с ребятами как раз это и распланировать, так скажем, показать, попробовать создать хотя бы концепцию. Потому что есть еще очень много предприятий. Норникель, да, там, Сахалин,
электроэнергия, кажется, «Газпромнефть», те, которые «Росатом», да, они вот как раз на Арктике, на севере, на Дальнем Востоке поддерживают именно вот культуру, самобытность коренных малочисленных народов. Я считаю, что это правильная политика. Если ты пришел куда-то, да, в первую очередь нужно налаживать отношения... Не со своим самоваром, да? С хозяевами, да. Ваша площадка, она об командообразовании. Вот в какие команды, в таком случае, молодежь коренных малочисленных народов севера должна объединяться? Между поколениями, между собой? Как этот механизм будет работать? Но это вот как раз та история, про которую я говорила в самом начале. Ребята сами строят. Сейчас они строят проблемы. Обо что мы спотыкаемся? Вот здесь мы спотыкаемся, здесь. А дальше мы будем последовательно стараться их глазами увидеть, как можно это решить. И при этом здесь присутствуют представители Росмолодежи, да, представители органов власти, правительства Ямало-Ненецкого округа, общественники. И вот задавать вопросы, двигаться и понимать, куда они могут двигаться. Ну вот у нас есть, конечно же, запрос от заказчика, да, мы, конечно же, понимаем, к какому результату хочет прийти заказчик. И какой запрос? Запрос на то, чтобы создать вот этот навигатор и дорожную карту развития сообществ. Потому что, ну, у казаков у них есть уже, они реестровые, да, у них есть свои организации, они все там закреплены, у них есть своя история. И к нам приезжают уже для коренных народов тоже есть общественные организации, есть действующие уже. То есть этого недостаточно или механизм как-то работает не так? Молодежных сообществ мало. Для того, чтобы вот эта вот, так скажем, сетка, да, из молодежных сообществ, она работала, она необходима тогда в каждом поселении, где есть. То есть поселений же тоже много, муниципальных образований. Это не только большие города. В больших городах все это работает. А как это работает дальше? Вот, то есть это должна быть действительно сеть такая некоммерческих сообществ, которая будет работать, ну так скажем, во благо вот самих ребят. И это не обязательно должно быть какое-то большое, действующее, постоянное сообщество, не знаю, молодежная организация, зарегистрированная юридически. Нет, это может быть просто один лидер, который здесь на месте поймет, куда ему двигаться, и он дойдет, я не знаю, до самого верха, станет депутатом, ну, я сейчас утрирую, да, и будет понимать, что он может сделать для своих ребят там, потому что он пришел оттуда. Он прошел этот путь и пришел не оттуда. Не забудется, пока идти-то будет? Я думаю, что нет. И самое главное, наверное, что это нести ответственность. Очень много, ну честно, была на многих форумах, очень многие форумы заканчиваются чем? Чем? Мы поговорили, классно, все замотивировались, все. Да, приехали на места. Максимум месяц из практики, еще что-то в головах у ребят крутится, после этого все забывается. А как тогда сделать так, чтобы все-таки были использованы все эти наработки? Для этого нужно не прекращать работу. Контролировать? Нет, не контролировать, курировать какие-то вещи. Причем, ну вот я считаю, что вот моя задача курировать, ну там, ну грубо говоря, это чатик, да, это легкая история. Чтобы не я это делала, а люди, которые на секции выделились и которые готовы на себя взять ответственность. То есть человек говорит, я готов, и он начинает это делать. У нас еще до форума началась такая работа. Вот Нека здесь, из Салехарда, да, она создала эти чатики, она начала ребятам делать вброс. То есть групповая динамика пошла еще до форума. И как вот тоже из моей практики, ребята из коренных малочисленных, я работала на Сахалине в этом году, в Мурманске, они до сих пор, то есть это было еще летом, они до сих пор в чатиках общаются и обмениваются тем, что у них получилось. И вот это вот тоже результат. И они потом об этом говорят. И у нас очень много таких проектов, когда мы выезжаем на территорию и сразу же делаем какие-то, ну, гражданские инициативы. Идем, не знаю, в детский дом, да, идем в школу, рассказываем что-то делаем. И когда ребята это чувствуют, они понимают, что я здесь вышел, это рассказал, я же могу и у себя прийти это сделать. Я давно уже с Россевером, и я привыкла работать, ну, вот в системе. И хочется, чтобы эта система сейчас заработала здесь у ребят. Так скажем, ну, созрели. Созрели и те, кто организаторы этого форума, и ребята сами, да, они хотят. То есть мы ездили еще и по местам, мы знаем, что есть там на Сахалине, что есть в Мурманской области, там, что здесь в Салехарде, да, происходит. Они сами созрели, они сами хотят. Они хотят, чтобы за ними лидеры сейчас тоже, ну, как бы, вроде бы все каноны, да, во все времена одинаковые, но лидеры сейчас тоже немножко другие. И у ребят немножко другие запросы. Они сильнее, они мощнее, у них больше возможностей для этого. И они вот, ну, вот эта инициатива снизу, она прям пошла.